22 января 1630 года европейцы открыли для себя попкорн. Английские колонисты приняли в дар от вождя Квадрикуяна мешок воздушной кукурузы. Еще в начале 16 века коренные мексиканцы использовали попкорн не только в качестве еды, но и делали из хрустящих зерен украшения для волос и ожерелья. 22 января 1786 года Екатерина II повелевает россиянам подписывать бумаги словом «верноподданный» вместо унизительного «раб». 22 января 1927 года в Англии по радио был проведен первый репортаж в истории футбола. На стадионе Хайбери Арсенал принимал Шеффилд Юнайтед. В этот день 1991 года по постановлению премьер-министра СССР Валентина Павлова начали обменивать 50-100-рублевые купюры образца 1961 года. Сообщение о грядущей реформе появилось в печати лишь накануне, 21 января, так что событие стало сенсацией для всей страны. Сегодня российскому актеру и продюсеру Леониду Ермольнику исполняется 58 лет. Он известен зрителям по фильмам «Нежданно-негаданно», «Стиляги», «Любовь в большом городе», был ведущим телеигры «Форт Боярд», «Золотая лихорадка» и «Гараж». Сейчас работает в театре «Современник» и не пропускает практически ни одной крупной игры КВН в качестве члена жюри. После того, как в Польше 21 января отгуляли День бабушек, внуки поздравляют своих дедушек, теперь уже с их официальным днем. 22 января в этой стране отмечают День дедушек. По традиции устраивают семейный ужин, дарят виновникам торжества цветы и подарки.